Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 36 на странице 14 в рабочей тетради по математике для второго класса автора Маром. Карандаш стоит 12 рублей, а тетрадь 20 рублей. На сколько рублей тетрадь дороже карандаша? Дополни задачу числами, реши ее. Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше, чем другое, нужно из большего числа вычесть меньше. То есть 20 вычитаем 12. Получится 8. На 8 рублей тетрадь дороже карандаша. Устно состав задачи обратной данной, запиши ее решение. Карандаш стоит 12 рублей, а тетрадь на 8 рублей дороже. Сколько рублей стоит тетрадь? На 8 рублей дороже, значит, 12 и прибавляем 8, получается 20. 20 рублей стоит тетрадь. Записываем ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.